Всем привет, с вами интернет-магазин, меня зовут Арсений. Сегодня мы рассмотрим серии наших обзоров нашего товара вертыши. Вертыши пластиковые, китайского производства. В комплекте идет 4 штуки. Сам вертыш из себя представляет пластиковая рукоятка и, скажем так, саморез. Рукоятка у нас вставляется в отверстие. И у нас получается удобный вертыш, который удобно крутить, держать в руках и ворачивать. Сейчас мы посмотрим, как этот вертыш у нас вкручивается в лед. Вначале немножко трудно, чтобы поймать центр, а дальше вертыш идет достаточно легко, без особых усилий он идет в лед. Лед особо не растрескивается, вертыш можно крутить практически до конца. Удобная пластиковая ручка не режет руки. Вот мы, в принципе, и вышли на рабочую глубину. То есть выдернуть его невозможно. Вы спокойно зацепите палатку оттяжки и все остальное, то, что вам необходимо. Выкручивается вертыш также легко одним пальцем. Быстро и оперативно. Убираем. Вертыш закрывается у нас рукояткой. Она же служит и чехлом. Вот, то есть вы не порежете, не порвете, не поцарапаете сумку, которая будет транспортировать ваши рыболовные снасти. Рекомендуем!